И третья классическая стратегия называется «сен-сен-но-сен». Здесь фактически мы должны работать на преддействие. Со стороны это может показаться, что мы работаем первым номером, однако это не так. Что значит преддействие? Мы уже рассматривали варианты, когда человек замахивается, мы видим это действие и в этот момент наносим свой удар. Чаще всего это будет что-то вроде джеба. Силовой удар здесь может не получиться, потому что он требует большего напряжения, большей концентрации. Скорее всего, это будет либо легкий тычок, либо более-менее средний тычок. Скорее для перехвата инициативы. С оружием это чуть-чуть по-другому. Да, там можно нанести достаточно серьезный урон. Пустыми руками не совсем. Итак, мы видим некое преддействие. Мы научились читать противника. Знаем, что перед ударом он замахивается. Моя задача именно в момент его замаха нанести удар. Если его рука уже пошла вперед, это уже поздно. Мы уже проиграли. Это даже не сен-но-сен, это будет просто аючья, обоюдная смерть. И то в зависимости от того, кто окажется быстрее и сильнее. Хотя если он зарядился хорошо, то ваш удар может его даже не остановить, он просто его не заметит. Таким образом, сначала мы работаем, как в классическом нашем окружении, паранойей. Просим противника или оппонента сначала изображать яркое начало атаки. Рука ушла чуть в сторону. На любое его действие мы учимся отвечать мгновенным движением вперед. Постепенно, с опытом, то есть чем больше мы работаем это упражнение, опять же, там несколько роликов на эту тему было снято, посмотрите подробнее. И чем больше мы спаррингуем, тем больше мы начинаем понимать противника. Вплоть до того, что мы можем увидеть начало атаки в его глазах, когда он только задумал атаку. В этот момент, если мы увидели, что он приготовился, даже еще рука только начинает идти и его ударит, это будет контратака. Повторюсь, со стороны это выглядит как работа первым номером. Но по факту он даже защититься не сможет, он полностью в вашей власти. Потому что, когда мы атакуем, мы фактически беззащитны. Невозможно быть одновременно полностью защищенным и атаковать. Где-то мы всегда беззащитны. Научившись читать и работать эту высшую стратегию, можно будет все время доминировать. Внимательно рассмотрите.